Вика, извини, ко мне. А, Паша? Илья. А, Илья. Красивое еще имя у тебя, кстати. Очень. Это вообще реально красивое имя. Я не понял вообще. Макс, иди сюда. Сейчас будешь тоже день рождения желать. 7 лет, да, тебе или 8 уже? 8. Ух ты, уже большой мальчик. Вот. Поэтому, как обычно, смотрим в лицо. Или говорим Илья Сергеевич. И поздравляем. Ладно, Илья. И поздравляем. Понятно, что мы хотим желать? Давай, Романик. Илья, я желаю тебе, чтобы ты Илью Сергеевича слушал. Он и так меня слушается. Давай. Илья, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю всего хорошего, чтобы у тебя были 12 класса пятерки и успехи в спорте. Молодец. Где Магомед? Илья Сергеевич. Тихо! Илья, давай. Илья, я желаю тебе, что... Пускай музыку убавит, скажи, резко. Бросал всех на борьбе. Сказать? Да, скажи, что музыку пока выключил. Как Мишков. Ну, давай. Я желаю тебе счастья, здоровья и силы. Чтобы ты слушался родителей. Давай, 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 дальше, по очереди. Я желаю тебе, чтобы ты был всегда сильным. Давай, 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 Митрофан, давай, Или. Я желаю, чтобы ты... На него никак... смотрели в камеру, а актеры уже начались. Я желаю, чтобы ты никогда не болел, и у тебя в 15 классе были пятерки в 15-м? И четверки. 15. Нормально. Короче, чтобы он 15 лет учился. Хорошее пожелание. Илья, я поздравляю тебя с днем рождения, желаю счастья и всего хорошего, и чтобы ты учился на пятерке. Чуть, да, оригинально придумайся, не держи. Ёлки. Давай, давай, ёлки. Илюша, я тебя поздравляю. Дружи лучше, Илюша, хоть кто-то что сказал. Илюша, я тебя поздравляю с днем рождения, счастья, здоровья, чтобы ты никогда не болел. Илюша, я тебя желаю, чтобы ты был сильным, никогда не опаздывал на тренировке. Никогда не опал, он что, опаздываешь? Я хочу. Ну, зачем желать? Ну ладно, давай, давай, дальше что? Я хочу... Стой, не ты, что ты перебиваешь? Что дальше? Чтобы ты был сильным, здоровым и никогда не болел. Отлично. Давай. Я хочу, чтобы ты был сильнее в спорте, чтобы ты хорошо всех валил и в школе, чтобы ты учительницу слушал и только учился на пятерке. Я так понимаю, ты хочешь пожелать ему то, что хочешь ты себе пожелать, да? Я ему хочу пожелать. И чтобы ты... не болел никогда и только был здоровым. Ну ты долго. Навсегда. Молодец. Давай, милый, давай. Давай, давай. Илья, я тебе желаю всего хорошего, чтобы ты достигал успеха в спорте, ну и в учебе, конечно же. Давай, Илон, чем-то оригинальное. Илья, я тебе поздравляю с днем рождения, чтобы ты слушал себя родителей. Господи, ты... знаешь, как начни Илья и вот так вот сделай. Давай. Давай, давай. Поехала, давай дальше. Тихо, тихо. Давай. Поздравляю с днем рождения, чтобы ты жила. Жил долго и счастливо, да? Молодец, давай. Давай. Я хочу, чтобы ты хорошо учился в школе и после 4 класса тихо. Пошел в военное училище. Во, вообще красавец. Потом в Альфу попал. Да? Да. В Альфу, правильно? Во, вообще. Давай, говори, братан. Говори, братан, я тебе желаю, чтобы ты был сильным, здоровым. Братан. Давай, желаю, рот свой закрой. Давай, 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 давай. Я желаю, чтобы... На него смотри. Я желаю чуть ты учился в школе на пятерке, был сильным и всех валил хорошо. Что, Макс, что будешь желать? Помощник? Какого здоровья я тебе желаю, чтобы родителей слушался обязательно. Ты что, замерзся постоянно? Я тебе желаю, чтобы ты родителей слушался и здоровье тебе было. Хватит орать. Короче, иди к своей цели. В следующем году я тебя переложу в 7-9 основную, наверное, с братом. В любом случае, кстати, с этой стороны. Вы на всё лето уезжаете? Ну, сейчас на 2 недели, а потом еще на месяц. В общем, это самое. Думай сейчас, у тебя только школа и аэропорт.
все общение здесь, понятно? И бассейн. Школа, Ярополка, бассейн потом. Ты четыре поздравляю. Три, четыре. Значит, теперь есть молча. Не дай бог, кто-то будет свой здесь открывать рот очень громко. Особенно и тебя касается. И тебя, поняла меня? Все, приятного аппетита.